Но, к сожалению, мы проиграли эту игру, которую должны были выигрывать. Почему? Потому что, да, мы играли тактический план на игру был таким, что мы играли вторым номером, отдали территориальные преимущества команде Астана, которая обладает очень такими опытными игроками, не более того. Вот, но, понимаете, когда создаешь такой командой столько моментов, 100%, понимаете, сколько выходов один в один, конечно, это столько, на две игры хватит, понимаете. И, естественно, подвела в первую очередь реализация, потому что при счете 1-0 мы могли забивать и 2, и 3 мяча, поэтому это нужно было закрывать, заканчивать игру, по большому счету, даже вторым голом. К сожалению, мы этого не смогли сделать, а от этого проиграли, как говорится, старая истинная футбольная поговорка: не забиваешь ты, забьют тебе. Невнимательно сыграли при стандартных положениях, хотя очень сильно к ним готовились, по большому счету. Но, вот, так сказать, допустили ошибки, и в связи с этим два стандарта привели к поражению нашей команды. Хотя, если бы даже игра завершилась ничего, я бы ничего и был бы недоволен. Но футбол такая вещь. Вот я ничего не могу сказать. Астана хорошая команда, территориальные преимущества владела. Вот так создала 2-3 момента, так сказать, и не сказал, что каких-то там вот убойных. Ну, с нашей точки зрения, наша игра именно не получилась с точки зрения результата из-за нереализованных моментов. Все. Коллеги, ваши вопросы, если есть. Кроме этого, естественно, нужно сказать, что у нас выпало, к сожалению, моему большому, ряд ключевых игроков. Вот. У нас не такая длинная скамейка, как у Астаны, которые... Вот, поэтому, конечно, ощущалось это. Но все игроки, которые сегодня принимали участие в игре, у меня нет слова упрека к ним, они бились, они сражались, но, вот, значит, есть над чем нам работать. Все, Нагир. Здравствуйте. Касаясь номинальный центральный защитник, то сегодня играл в центре, а Канкава наоборот, он центральный полузащитник. Мы с самого начала сезона так играем. Потому что Канкава очень здорово смотрится на этой позиции. Меня он устраивает абсолютно. Коллеги, еще вопросы? Здравствуйте. А замены так поздно были в связи вот с короткой скамейкой, да? Да я не имел как-то по большому. А почему поздно? С чего вы взяли вообще поздно замену? Федин уже подустал, можно сказать. Ну, Федин, да. А с другой стороны, менять смысл что-то, когда мы создавали столько моментов. Команда играла блестяще в контр-игре, поэтому для чего что-то ломать? Я не видел, к примеру, что что-то нужно, какие-то изменения вносить. По травмирам, скажите, пожалуйста, когда они восстановятся? Сложно сказать, проходит медицинское обследование. Вот. Да, конечно, очень нам их сегодня не хватало. У нас именно на самом деле нужно усиляться в летнее трансферное окно.